В Одессе торжественно подняли флаг украинской сборной на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В этом году в них участвуют и 8 жителей нашего города. На торжестве присутствовали олимпийские чемпионы разных годов. Говорят, одесситы всегда привозили медали. Надеются, в этом году будет без исключений. Мы будем за наших ребят болеть, мы будем переживать, мы будем держать кулаки. Ну а все остальное, все как бы в их руках. У нас будут шансы. Одесса не останется без медали. Почетный гость торжества Юрий Никандров, участник 3 Олимпиад, двукратный чемпион мира по стрельбе. Говорит, среди одесских олимпийцев до сих пор много достойных конкурентов. Я вам желаю, молодым, дорогим ребятам, девушкам, чтобы они также выступали, готовились и защищали честь нашего спорта.